Улыбчивая лучезарная девочка с огненными волосами. Одно ее появление на льду вызывает бурю восторга. 16 воспитанников Рязанской спортшколы буквально ловят каждое ее слово. Потом тщательно выполняют все упражнения. От звездочки до фирменных элементов Саши. Луца, Цака и, конечно, короночки медалистки Пекинской олимпиады кантиливера. Любой персональный фанат фигуристки знает, что номер под музыку из Круэллы сложился еще и потому, что образ близок к спортсменке. Она сама обладательница нескольких собак. После проката Александра подарила всем участникам своего класса игрушечных далматинцев, символов ее олимпийской программы. В Рязань наша мировая рекордсменка приехала со своим мини-пуделем Ланой. На соревнования девушка практически всегда берет кого-то из питомцев. Исключением стала олимпиада в Китае. Получается, в Китае, и никого не пустили, ни родителей, ни животных, и обычно еще с собакой вешу. Вот. Конечно, было необычно и тяжелее от того, что все по-другому. Конечно, такая встреча для юных спортсменов не просто мечта, но и мотивация. Для кого-то мастер-класс станет ярким воспоминанием, а кого-то мотивирует к достижениям. Сама Александра призналась, что после Олимпийских игр пока не находит в себе силы и желания участвовать, к примеру, в Кубке Первого канала. Но работу над собой не прекращает ни на день. Призналась, что иногда пробует на тренировках выполнить пятерной прыжок, но пока это не отработка, а только попытки. Я считаю, что в программе надо делать то, чем ты отличаешься от других. Мне кажется, что именно кантиливер, как делаю я, кажется, это выглядит необычно. Я всегда старалась работать и никогда не возникало такого, но уставала, немножко отдыхала и шла по новой. Вот. Единственный момент, наверное, был на Олимпиаде, когда я шатала. Вот. Тогда, конечно, какое-то время не хотелось. Поддержка близких, поддержка болельщиков, поддержка всех вот людей. Мне очень приятно, они очень много пишут, очень много говорят. И, конечно, я катаюсь ради них. Еще совсем девочка, с волосами, как у Рапунцель из мультфильма. По признанию спортсменки, именно благодаря этой героине мы можем наблюдать роскошные длинные волосы Саши. И уже в свои 15 легендарная фигуристка. Русская ракета с по-настоящему стальным характером и четкими целями. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город».